Всем привет! Сегодня у нас упражнение 21 из большой серии упражнений на отработку Present Simple. Сегодня мы раскрываем скобки и продолжаем работать с утвердительными предложениями. Cell. Smart English Learning. Упражнение 21. Нужно поставить форму в скобках, форму Present Simple. London be in England. Лондон находится в Англии. London is in England. Форма to be, быть есть является в present simple, имеет три формы. Am, is, are. He, she, it. Мы используем форму is, а London, London это it. Поэтому форма is. London is in England. The summer be hot. Лето жаркое или летом жарко. The summer is hot. The summer, лето, подразумевается it, местоимение it, поэтому форма to be is. The summer is hot. She drives very well. Она водит очень хорошо. She drives very well. Подлежащее she, она, поэтому к drive в первой форме мы добавляем окончание s. She drives very well. They open the store at 8. Они открывают магазин в 8. They open the store at 8. Подлежащее они, they, глагол остается без изменений. They open the store at 8. Linda be a very pretty girl. Линда очень приятная девушка. Симпатичная. Linda is a pretty girl. Linda – это she. Мы говорили о том, что с he, she, it форма to be, быть есть является, имеет форму is. Present simple. I have several jobs. У меня несколько должностей, несколько работ. I have several jobs, подлежащее я. Глагол сказуемо остается без изменений. Используем первую форму. I have several jobs. Water boil at 100 degrees. Вода кипит при 100 градусах. Water boils at 100 degrees. Water, вода, подразумевается it, местоимение it, это. В первой форме глагола добавляем окончание s. Boils. Water boils at 100 degrees. Water freezes at 0 degrees. Вода замерзает при нуле. Water freezes at 0 degrees. Water, it, поэтому к начальной форме глагола добавляем окончание s. Water freezes, water boils. My sister speak English. Моя сестра говорит на английском. My sister speaks English. My sister, she, она. К начальной форме глагола добавляем s. Speak, speaks. My sister speaks English.
He have a big apartment. У него большая квартира. He has a big apartment. Have – present simple. В утвердительных предложениях с he, she, it имеет форму has. He has, she has, it has. A triangle have three corners. У треугольника три угла. A triangle has three corners. Triangle it. It has, she has, he has. My birthday be in June. Мой день рождения летом, в июне. My birthday is in June. My birthday it, местоимение it, поэтому форма to be is. He is, she is, it is. Обращаем внимание, что когда мы пишем месяцы, то мы пишем их с большой буквы. Books have pages. У книг есть страницы. Books have pages. Books подразумеваем they, они, местоимение they, поэтому форма have present simple не изменяется. Используем первую форму глагола. Dogs be good friends. Собаки хорошие друзья. Dogs are good friends. Подлежащие dogs подразумевается they, они. Используем форму are. I work hard. Я много работаю. Я усердно работаю. I work hard. Подлежащее «я» форма остается без изменений, форма глагола «I work hard». На этом сегодня все. В следующем упражнении продолжаем отрабатывать утвердительное предложение в Present Simple. Всем пока!